Спасибо, во-первых, что меня пригласили. В прошлом году я был не второй раз на открытии. Первый раз со мной все фотографировались. Я был как кинозвезда. Поэтому я завидую всем кинозвездам. Просто не будьте слишком самоуверенными. В Одессе звездой долго пробиться невозможно. Последний раз Вера Холодная осталась здесь 100 лет тому назад, на почти больше, чем год, а потом это все очень трагично закончилось. Так что тут у нас есть свои звезды, свои одесситы. Я всегда удивляюсь 4-5 поколения одесситы. Мне всегда напоминают, что я даже не первого поколения. Поэтому я считаю, что... Ну, хотя в прошлом году я себя считал героем сериала «Ликвидация». И у меня были большие-большие задачи. И... Спасибо. Спасибо. И у меня была такая амбиция, но она, в принципе, осталась. Амбиция никуда не ушла. Есть много кинематографических героев, которым я хотел подражать. Есть местные Миши и Пончик, которые от меня хотели бы тоже избавиться, в принципе, я об этом хорошо осведомлен. Они готовы даже вместо меня вести избирательную кампанию в Грузии, лишь бы я последовал примеру герцога Ришелье и убрался премьер-министром к себе на историческую родину. Но это что касается Одессы, а что касается меня, чтобы вы увидите за рамки меня, я просто хочу, чтобы мы подумали. Одесса – это город, единственный город в Европе большой, где не было исторически феодализма и где не было этнического национализма. То есть это как мини-Соединенные Штаты. Везде, во Франции, в Италии, в других местах империи, везде это было. Вот город основан на идее свободы. С самого начала это был город свободных людей. Поэтому Советский Союз не знал до конца, что с ним делать. Вроде ну, город как город, нужен там индустрия, там порт. С другой стороны, какие-то странные люди живут, евреи живут, цеховики живут. Слишком они свободны, слишком другие. И город, где моряки живут, приезжают, рассказывают истории, как там за бугром, какие-то товары привозят все время. В общем, так и он и остался. И его все время консервировали, Одессу. Но как Новый Орлеан в Америке. Знаете, Новый Орлеан когда-то был почти таким же большим городом, что Нью-Йорк. Одесса была одним из самых больших городов Российской империи. И уже на конце 19 века это был мировой бренд и мировой большой город, о чем свидетельствует эта великая опера. И потом его все время принижали, все время все это куда-то в угол заталкивали, а все равно осанка себя выдавала. Вот в Новый Орлеан ты приезжаешь, понимаешь, что когда-то это был просто потрясающий, очень большой город, потому что там столько культуры, столько всего, еще гораздо больше этого всего есть в Одессе. И поэтому я уверен, что Одесса опять заблещет всей своей величиной. Я в этом уверен. За последние годы я был занят тем, перед тем, как действительно начнется очень большое развитие, хотя Одесса развивается, как хотелось бы гораздо больше, но перед тем, как начнется очень большое развитие, конечно, нужно расчистить строительное поле. Но я уверен, последний год мы занимались тем, чтобы опять восстановить вот этот имидж, бренд Одессы, потому что в теперешнем мире гораздо больше стоит бренд, имя, чем все остальное. Все остальное приходит вместе с брендом. А бренд невозможно заработать так сразу. Вот Одесса абсолютно сногсшибательный мировой бренд. И это очень легко сделать. Мы с него, Белинки, всего сорвали. Сейчас посмотрите, во всех мировых газетах последний год не было ни одного плохого слова про Одессу. И было очень-очень-очень много хороших статей во всех телеканалах, на всех газетах. И поэтому я на самом деле занимался тем, что я хорошо умею. Продавал Одессу остальному миру. И мы почти ее продали. А это означает, что у нас опять будут сниматься большие фильмы. Это опять будет много инвестиций, в том числе в эту индустрию. В конце концов, здесь были Довженко, здесь был Шукшин. Здесь был, мои земляки были, Кавалеридзе в свое время, который сделал, во-первых, первое кино вообще было снято здесь, если мы об этом не забыли, а не какие-то там французы, которые себе это присвоили потом, потому что мы не смогли вовремя донести до мира, чтобы не повторять больше таких ошибок.
И здесь было очень много Кира Муратова. Я боюсь кого-то не назвать. Естественно, Высоцкий, естественно, все остальные большие имена. Это все было. Но это все будет опять. Конечно, этих имен, ну, Кира еще, Муратова жива, конечно, дай Бог ей здоровья, но и долголетия, и творческих успехов, но появятся новые звезды. Поэтому я очень благодарен Виктории Сергеевне Тегибко. Они молодцы просто. Молодцы, потому что никто не верил. В прошлом году, когда они опять организовывали этот фестиваль, я знаю, все им советовали, не надо в Одессу ехать. При въездах, когда за каждым углом стояли БТРы, люди в масках, с автоматами. И тут было у нас официально запрещено проводить какие-то мероприятия. Больше 5 человек, когда собиралось, уже было все что-то не то. Первое, что я сделал, ну, вместе с новой командой безопасности, там в стране война, да, тяжелая ситуация, это мы все понимаем. Но мы сняли все патрули. Мы тут вокруг оперы ходили с собаками, там патрули, тоже милиционеры, убрали собак. И в городе от этого опаснее явно не стало. Мы вернули сначала подобие нормальности, в смысле безопасности Одессы, а потом оказалось, что это норма жизни. Потому что Одесса не может не быть спокойной. Одесса не может не быть жизнерадостной, нормальной, живой, открытой. Любые остальные сценарии, которые нам навязывали, хоть с масками, хоть с БТРами, хоть со взрывами, с оружием, это не Одесса. Это что-то, от этой накипи мы избавимся, и Одесса должна быть Одессой. Самым потрясающим, удивительным, интересным городом Украины и одним из таких самых во всей Европе. Я в этом самом совершенно убежден, у нас большое будущее, и я уверен, этот фестиваль, так же как то, что вы сделаете, те меценаты, которые помогали этому фестивалю, я хочу вас всех поблагодарить, потому что, видите, уже шок прошел. В прошлом году мы как бы не верили, что он пройдет. Фестиваль прошел. Но так, знаете, немножко с оглядкой, немножко с опаской, немножко кто-то многих людей. Я сам звонил каким-то, убеждал сюда приехать. Сейчас никого не надо убеждать. Билеты трудно было достать даже мне сюда. Поэтому сейчас уже мы встали на ноги. И больше никому не позволит обратно нас куда-то завести в непонятную ситуацию. Мы обязательно победим, мы обязательно пойдем вперед. Спасибо огромное. Михаил Саакашвили.